Аллилуйя. Слава Господу. Они волнуются. У них сегодня помолвка. Слава Господу. Как хорошо, когда мы можем все с вами в семье радоваться. Аминь. Забывается всякое прошлое, но приходить к тому месту, где Бог нас благословил. Аминь. И очень важно, чтобы наши благословения, они пришли в их жизнь, потому что мое желание, как пастора, чтобы Бог, Божья мудрость, она была с ними, во имя Иисуса. Чтобы... Интересно, о чем вы думаете? Я смотрю на вас, и вы... И я скажу, что давайте мы свои руки протянем. Смотрите, сколько благословений на вас придет. Аминь. Отец, я благодарю тебя за Эдуарда, за Ирочку. Благодарю тебя за решение в этих сердец. Благодарю тебя, Господь, что ты помазал их, Отец, что ты дал эту встречу. Спасибо тебе, что два сердца, они могут друг другу служить. Я прошу тебя, что за это время... Год, который сегодня ты даешь им, это будет год благословения, год достижения, год побед. Я благодарен, Господь, что взаимоотношения их скрепятся. И прежде чем оденут кольца и дадут обет пред лицом, как муж и жена, я верю, что ты их многому научишь, Отец. И слава Твоя, Отец, да будет на них. Мы их благословляем Духом превосходства, мира, любви, Отец, сострадания, Отец, чтобы они могли спасать мир. Чтобы они, Отец, вокруг Твоей оси воли Твоей, чтобы Твоя воля была совершена в их жизни, Господь, так же, как и на небе, Отец. Мы благодарим Тебя за это, за эту отцовскую любовь во имя Иисуса, что Ты позаботился уже, Отец, об этом. Аллилуйя. И дал Эдуарду, как мужу Божьему, Отец, чтобы он мог быть хорошим примером, Отец, для своих, Отец, невесты во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.